Всем доброго утра, хорошего дня, воскресенье, 12 часов, наверное, еще нету, 11:30, решил выехать покататься. Узнал у товарища, стоит ли воскресенье, у таксиста, который мне вчера, кстати, все программы настроил, Эдик, привет. Стоит ли воскресенье рано выезжать? Я думал, прямо сегодня в 6 утра встану, поеду. Нет, он говорит, ну, в принципе, я и догадывался, думал, воскресенье, кому нужно куда утром так рано ехать. Поэтому я как бы не спеша, попил чайку, проснулся. Думаю, поеду покатаюсь, просто чтобы дома не сидеть. Ничего на сегодня не рассчитываю. Да и вообще, я вам скажу так, я не рассчитываю вообще на эти видео. Я, кстати, вот он же, Эдик, еще на мне скинул две ссылки, я посмотрел, тоже днепровских блогеров, таксистов. Вы знаете, такая узкая тема. Я понимаю, что... Я вижу, у меня просмотры тоже упали, как я начал, чем больше я сейчас в такси показываю. Я, конечно, тоже буду стараться об этом меньше. Буду что-то лучше из жизни, там, семью. Ну, до этого дойдет все, пока... Не знаю даже, просто пока показываю себя, и все. Вот он, я есть, чтобы вы знали, что я еду, живой, здоровый, пока все хорошо. Все равно жаловаться надо, ну точнее как жаловаться, делиться, допустим, о своих вот этих вот нюансах, может кому-то пригодится. Те, кто таксисты, они все это знают. Вот в чем-то весь прикол, да, что почему это все такое бесполезное видео, потому что таксисты все знают, даже те, кто там 3 дня проработал. А те, кто этим, кому это не надо, то оно им и не надо, кто этим не занимается, да, рассказывать о проблемах, там, о болячках. Но я имею в виду, чем вообще все это чревато, потому что я каждое утро и каждый вечер, сейчас много думаю, все мои мозги, они мне, блин, горе от ума, знаете, я из-за этого и сплю плохо. Все время думаешь о том, там, допустим, вчера едешь, там, через одного кашляют, чихают, сопли, там, ты понимаешь, что, блин, это все чревато тем, что ты рано или поздно тоже подхватишь какую-то херню, блин, какой-то вирус. Далее вот эти вот проблемы, там спина мокрая. Вот я сейчас скажу, вот выходить, я не знаю, я смотрю 9, потом нет, 14 уже. Как одеться? Сейчас куртку накинул, я ее сейчас, конечно, скину. Даже, наверное, сразу и брошу в багажник. Будет жарко, холодно. Хорошо здесь, в принципе, климат-контроль, можно поставить температурку какую-то. Вот раньше у меня были проблемы в той машине, в моей, скажем так. И там мне там был кондёр или печка, да, и ты все время открывал окно и продувало спину, я там, ну, там было очень, таксовать на ней было бы, наверное, здесь, ну, не очень, здесь более комфортно, но все равно спина мокрая постоянно, ты потом выходишь, люди просят, открой багажник, ты выходишь, спина мокрая, задница, извините, ноги мокрые, вот я штаны тоже, понимаете, верх какой, блин, вот эти все сложности, нюансы, это все, какая обувь, опять же, легкая, можно жарко можете быть. И вот эти все, но это все таксисты знают. Вам, простым людям, которые, а у меня, я знаю, очень много женщин, которым вообще это все неинтересно. И я уже заметил, что просмотры упали. И я так понимаю, что потому что женщинам, а мужчин подтянуть, им тоже это неинтересно. Потому что я начинающий таксист, я ничего нового не расскажу. И вот поэтому, конечно, все такие сложности с видеосъемками, но я без съемок же не могу, вы знаете. Мне все равно, это мое хобби, я вечерком прихожу, там, чтобы просто под чаек, я сяду, сделаю там, загружу ролик, и мне приятно там почитать какие-то, пусть 15-20, 100, там, максимум комментариев. Но опять же, стоит, если нужно что-то снять такое особенное, а просто вот так бла-бла-бла, говорящая голова, это тоже одно и то же, тоже одно и то же, ну, короче, такая вот история. Так что, не знаю, будем в каком плане двигаться. Может быть, денек сниму как-нибудь один целый, да, вот просто для интереса. С утра, вот, допустим, может быть, завтра понедельник, такой день, как бы, мне кажется, может быть, активный. Сниму
полностью с утра, весь рабочий день, сколько я потратил, сколько заработал, что вообще из этого выйдет. А так, я думаю, не стоит это снимать, буду, может, блин, есть в планах такое, знаете, с людьми интересными, вот, общаться. Вот мне это интересно. Допустим, садится человек, я там раз камеру так вот повернул чуть-чуть, да, чтобы было его видно. Ну, и мне кажется, так видно. И все. И мы едем, общаемся, человек какую-то историю рассказывает. Вот это вот, мне кажется, очень интересно будет. Но это надо будет с людьми, смотреть на людей, общаться, хотят, не хотят. Посмотрим, посмотрим. Вот такое вот. Вот такая вот история. А сейчас поеду покатаюсь, посмотрю город. Город показывать тоже сильно не хочется. Сейчас как бы не знаю, время такое, потом скажут, что город показываешь, ну, как всегда у нас, знаете, хотя хотелось бы, город красивый, все, но поэтому и не хочется показывать пока, чтобы потом, не хочется сглазить, пусть он таким красивым и остается. Ну, все тогда, пока, пока все, вот, объявился, показался, не хочу, опять же, затягивать, буду длинные видео делать не буду, но смотрю, просмотры падают, поэтому тоже интерес падает у вас, интерес у меня, соответственно, падает, вот мне уже жарко становится, надо куртку снимать. Нет просмотров, нет, нет моего интереса, а я понимаю, что я ничего такого не даю, контента интересного. Понятно, некоторые из вас пишут, снимай все, все интересно, да, вам тоже, как бы, заполнить... Лишь бы пространство, да, там, как ютубовское, там, включил, и я там бубню, да, а вы там борщик варите себе, согласен, есть такое, можно и так, но хочется чего-то интересного, больше людей интересных, больше каких-то историй, точнее, историй-то у меня хватает своих, но кому я нужен, как говорится, кто я такой, чтобы слушать мои истории, великий деятель. Ладно, друзья, в общем, поздоровался, всем хорошего дня, поеду покатаюсь, ну, может быть, потом включусь, что-то, не знаю, какие планы, сейчас просто выйду, не знаю, просто так, чтобы дома, я же говорю, не сидеть, до сумерок, до темна, покатаюсь, не кушал, проснулся, чаю 3 чашки выпил, думал покушать, я не люблю с утра есть, хотя уже не утро, не покушал, не знаю, что-то, может, по дороге покушаю. Может быть, у вас идеи есть. Пишите, что, может быть, я могу снимать, да, допустим, там, я не знаю, а что я могу, что я спрашиваю, если я сам не знаю, ну, если я больше всех вас знаю сам, потому что я ютубер уже с 5-летним стажем, наверное. Пока так. Не обессудьте. Я вас всех люблю, обожаю, так что, ладно, пора ехать, включать программку и... Погнали. Проблема еще тоже, да, хотел что сказать. Вот вечером, вчера смотрю, вечером потемнело, мне стало тяжело ездить. Я еще не привык, может быть, еще и дождь пошел. Свет вроде неплохой, не знаю. И я поехал домой, а потом смотрю в программе, а там повалили заказы, повалили. Понимаю, что самый заработок, вот, допустим, суббота-воскресенье, наверное, в пятницу, это вечером. А я не могу ездить вечером. Блин, начинаешь думать, следовательно, раз я не могу... Значит, я и не смогу заработать здесь. Я-то, в принципе, не совсем для заработка и пришел. Я-то изначально понимал, что тут я миллионером не стану. Ну, как бы больше для того, чтобы себя чем-то занять. Но не хочется же в убытке быть, тратить только на газ, ой, на солярку. У меня же только солярка здесь, дизельное топливо. Хрен его знает. Как-то перебороть себя, если бы нужда такая была, может быть, нужда задавит и буду кататься и до 12, но пока у меня такой тяги к деньгам, вот я, ну я так, не, ну как объяснить вам, я такой человек, у меня к деньгам отношение такое параллельное, у меня нету, ну я понимаю, даже если я буду фигачить там с утра до вечера, до позднего, я все равно на что-то там сверхъестественное не заработаю себе. А так на жизнь, я думаю, так хватит. Долги пока сильно не влажу. Так. На жизнь хватит и так, мне кажется. Не знаю. Ну, вот все люди разные. Я откровенно говорю, как есть. Я же говорю, нету такой жадности к деньгам совершенно. На то, что мне нужно, мне хватает. К разносолам я не привык, чтобы там по ресторанам ходить. Жены у меня нет, ребенок взрослый, сам может меня содержать. Родители, слава богу, живы-здоровы, тоже нормальная пенсия у них. Ну, в общем, вот как-то так. Все, пока не появится, может, у меня стимул какой-то, какая-то, может, жена у меня появится, или женщина, я уже боюсь говорить девушка, а то некоторые там, какая девушка, под 40 лет тебе. Ну, девушка, хочу наговорить девушка. У меня все девушки, вы сколько вам не было, 50, 60, 70, вы все для меня девушки.
и ребята. Ну это ж классно, надо быть молодым всегда. Ладно, я как всегда, вы знаете, любитель ля-ля-ля-ля-ля. Показался чуть-чуть, покажусь дальше. Сейчас покатаюсь, буду, может быть, чуть-чуть, не знаю, посмотрим, короче, все. А то я так, меня хрен остановишь. Все, давайте, всех люблю. У меня небольшой перекур. Пришлось ходить по магазину, по супермаркету, покупать кофе, сосиски купил, чтобы поменять деньги. Одни 200 гривен разменял, а батарейку купил для часов. Вторые 200 гривен купил сосисок, ну и специально подешевле, чтобы больше сдачи дали, за 35 гривен. И потом купил еще кофе за 25 гривен латы. Ну, я просто крепкий не люблю. Я вообще кофе не сильно, я же чай в основном пью. Вот стою сейчас, пью латте это и курю. Извините, курить вредно. Сейчас поеду еще работать. Немножко поснимал, хотел сказать. Немножко подзаработал. Сейчас надо еще поездочек 5 сделать и хватит на сегодня. А завтра уже с утра на целый день хочу, блин, дать как капитально. Часов 6 хочу начать. Такие дела. Я нахожусь на солнечном, Вавилон. Люди отдыхают в воскресенье, а я работаю. А что бы я еще делал бы сейчас? Работа для холостяков, таксист, вообще. Супер. Что холостяку еще делать? Был бы женат, наверное, бы дома сейчас бы, то есть с женой бы гулял тоже где-то. Набережная здесь так красиво, на солнечном, вообще супер. Сегодня, кстати, заказы нормальные. Все щаевыми. Все не жадные. Не знаю, может, из-за того, что воскресенье. В общем, сегодня жаловаться пока не приходится. Но еще бы, чтобы так день не закончился. Хорошо, хоть меня вывело сюда, поближе к центру. А то я там катался по левому берегу. Что такие дела. Все пока хорошо сегодня. Знаете, много времени занимают всякие такие вещи, как... Вот я сегодня помыл машину. Благодаря, опять же, другу Эдику, который мне вчера рассказал, как помыть. Я помыл за 50 гривен, супер, вообще шикарно. Потратил время, потом заправился. Потом вот эти вот дела, вот эти обмены, это все надо заранее, мне кажется, делать. Потому что вот я сейчас, пока ходил, менял, в очередях стоял, я мог бы поездки две сделать как минимум, мне так кажется. Вот эти все нюансы, конечно, это все опыт, он придет постепенно. Мало того, что нужно готовиться с вечера, там, допустим, готовить одежду себе, чтобы ты утром проснулся, прых, быстренько одел. Ну, это такое, это ж, знаете как, люди, которые работали, там, на работу ходили. Ну, я-то был всегда свободный художник, фрилансер, скажем так. Поэтому я всегда просыпал. Не, ну я все равно с вечера там готовил какой-то. Ну, я вообще-то, вообще все непривычно для меня. Я ж-то раньше не один жил. Поэтому все. А сейчас я, знаете, как прихожу, бросаю носки, где попало. Там. Ну, это есть какой-то в этом плюс, но это все плохо. Это все неорганизованность. Это все расслабляет. К этому привыкаешь. Вот, наменял бабла, короче. Мне сегодня просто так получилось. Было вроде много мелких, а все... Первый раз 500 мне дали, блин, пришлось все отдавать. Потом еще что-то. Потом опять. Вот все сколько заказывал, все время я что-то там отдавал. Вот, видите, так раз, чик. Это я лежит у меня здесь тут. Опа. И все. И окей. А покрупнее в кошелечечке. Ложу. Ну, те, что там покрупнее, да, какие-то там. 500, главное, разменял, потому что 500 вообще ни к чему мне были. Ведь мне достает поездка на 60, что-то там рядом проехали, 60 чем-то гривен, и она дает мне 500 гривен. Ёпарыс это, и мне все пришлось отдавать. Смотрю, спасибо вам, дорогая женщина, девушка, точнее. Проехали, блин, 5 метров, блин, и 500 гривен мне дают. Как специально, знаете, как будто, типа, нет сдачи, бензина бесплатно. Ладно, погнал, я еще покатаюсь до темна.
Плохо, что другой прикол, что я не люблю темноте ездить, надо, конечно, привыкать. Потому что скоро уже в такое время, вот сейчас уже 4-й час, скоро будет уже в такое время темно. Поэтому уже потом до темноты не получится работать, придется по темноте работать. Ладно, не прощаюсь. Молодец, говорю, не прощаюсь, как будто я куда-то поехал, блин. А заказы надо взять. Ну я, кстати, сегодня все, так, кому интересно, кто там из водителей, все на болте только ездил. Мне нужно сначала было с района уехать. Взял болт. Блин, я хоть не в кофе. Потом болт. А, потом я забыл нажать. А когда я болт включал, я отключаю уклон. О, вот пришел заказик. Маршала Малиновского, Кудрина, не знаю, что это. Ну, возьмем заказик, не знаю, что это. Я в центре, возле Мост-Сити. Привез молодых ребят. Ну, девочку с парнем. Первый раз в жизни меня попросили медленнее ехать. Короче, вот такой вот я, блин, вот такой вот я этот, быстрый ездок стал. Ну, я не знаю, что я думал, может, им быстро надо, думал, молодые, может, им понравится. Не, ну машина едет, это ж Peugeot, лев, царь зверей. Ладно, ждем дальше. Пока еще не потемнело, будем кататься. Вам не надоел я еще на сегодня? Сейчас подумаю, может, что-нибудь интересное расскажу. Отсюда, короче, выехать чуть-чуть туда, на Харьковскую дальше, от Мост-Сити. А то тут потом выезжать будет неудобно. Тут может пробка сейчас образоваться. Уже освобожу я тут лучше местечко. А может не надо, может лучше тут стоять. Да ну его нафиг, буду стоять здесь, короче. Чё-то такое царское место буду освобождать. Тут, может, жирные клиенты сейчас какие-нибудь нарисуются. Хотя еще рано домой ехать. Хотя, мало ли, может, кто-то скупился и домой захочет. Новое место придумал для камеры. О, супер. Надеюсь, будет держаться. О, прикольно, прикольно, прикольно. Главное, чтобы ничего не поломать в машине этими прищепками своими. Так, что-то нет заказов, не понял, что за дела. Надо что-то себе повыбирать. Скучно мне, вот я камеру включаю. Люди гуляют, ходят. Интересно так наблюдать. Тут самый центр. Самый центр города. Тут самый сок. Самая элита гуляет. Мост-Сити, кто не знает. Это как... А я не знаю как. Как Океан Плаза, наверное, в Киеве. Как Плаза просто, кажется, в Харькове. Да? Я даже не помню, в Харькове где такое место, где все вот тусовались. А, этот новый, который был... Как же он назывался? Новый торговый центр. Там пикает. Мне хоть сейчас тут не это, не я тут платить не должен, что я тут стою, блин. Ай, скучно мне что-то, блин. Хочу кататься. Только что понял еще одну вещь, для чего в школе нужно было учиться. Но я не только это сейчас это понял, уже давно, но просто сейчас что-то мысль-то пришла. Вот сейчас привез человека 77 гривен у нее за проезд, а она мне дает 100. И вот нужно быстро. Тут же суть в чем, что человек уже выходит, спешит, и ты должен быстренько просчитать в уме. В уме, это так, для детей, если дети меня смотрели, у нас дети не смотрят, а взрослые меня все смотрят, поэтому вы все считать умеете. А дети, мне кажется, сейчас считать в уме вообще не умеют. И вот я такой раз, я чуть-чуть, бывают такие суммы, которые сразу не сообразишь. 77 со 100, сколько сдачи быстро, скажите, сколько я должен был дать? Сейчас сомневаюсь. 23 гривны, все правильно. И ты каждый раз так раз берешь и думаешь, правильно, неправильно. Ой, стал тут человека. Завезли, блин, меня вообще куда-то. В больнице, в Мечниково. И завезло, почему-то привел этот болт с заднего двора больницы прямо в морг.
я смотрю, какое-то место такое неприятное. Что-то оно там сразу слышно и чувствуется, что что-то там такое. Что-то нехорошее. Вот так вот, детки, учитесь в школе, чтобы денежки считать хотя бы уметь. Хотя бы примитивную математику надо. Не, благо, что у меня с этим нормально. Я вот считаю легко всегда. Но это мне еще вообще из-за школы, в принципе. Я же отличником был в начальных классах. Потом уже где-то с класса 6-7 перестал быть отличником, потому что увлекся сильно спортом и запустил математику, соревнования, сборы. И там уже пошла алгебра, все дела, и там уже пошло все посложнее. И там вот я уже и потерялся. А так у меня все было нормально. Я вот даже по фотографии же часто у меня расчеты, там все деньги собирал, когда фотографировал. И очень быстро всегда в уме считал. Калькулятор очень редко. Я всегда сразу, ну, потому что ходил, бывало, там в школе или в саде, в школе, допустим, по классам ходишь, собираешь деньги. Ну, было такое. Опыт был такой. И надо было сразу чук-чук-чук-чук проценты там отдать тому-то, там, ну, такое, там, отсчитать там сдачи. Не, все-таки решил передохнуть, перекурить 5 минут и еще несколько поездок. Да не то, что даже до темна, я по темну поезжу. Сегодня погода позволяет, сколько у меня время у нас там. 5 часов, еще пару часов до 7 можно легко покататься. Поездки 4 сделать. Я вам хоть что-нибудь покажу, кроме машины. У нас все листики зеленые, видите? Красота. Еще осень, и осенью и не пахнет. Только вчера холодно было, так что вообще. Сегодня тепло, люди все гуляют. Красота. В поисках туалета забрел на стройку, на больницу. Что строили, строили, не достроили. Туалет стоит, сторожка. Хоть что-то вам, кроме машины, покажу. Как я в поезд поблажу по всяким захолустьям. Я же как бы плохо, я уже, наверное, говорил, плохо в мобилке вижу. И вот я думаю, что мне за... Что мне так неудобно? А я же, когда приходят эти заказы, вот почему в первые дни я очень, мне было тяжело, я не разглядывал, я не видел, я все подряд брал просто. Пришел заказ, я его брал. Сейчас не знаю, или зрение наладилось, или лучше стал разглядывать, или щуриться, еще морщины появятся больше. Короче, это, я теперь умный, не беру все подряд, еще и благодаря тому, что Эдик вчера мне настроил все. Человек помог мне развернуться. И я теперь хитрый. Во-первых, я теперь имена читаю. Я беру одних девушек почти почему-то. Я не знаю почему. Кстати, чаевые дают девушки. А что еще? А еще хотел сказать, думаю, самое интересное, вот я еду, да, и везу, ну, все идет, целый день девушек вожу, мне кажется. И я думаю, блин, а как они это вообще думают, какой-то такси, вот за как они вообще принимают, за кого они меня принимают, за какого-то вообще, вот просто интересно, как относятся они. Вот просто едешь, ни одна там не заговорила ни о чем, да, там, хотя, в принципе... Симпатичный мужчина. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. И просто думаешь, блин, они же, наверное, просто относятся к тебе как к какому-то, блин, извозчику. Ну, вообще интересно, вот ответьте мне, давайте, вопрос к женщинам, к девушкам. Как вы, познакомились бы с таксистом или нет? Или вы считаете, что это таксист, это такое, что-то не такое, не очень... занятия. Пишите, пожалуйста. Или нормально, нормальная работа, как и, ну, я же не знаю, в принципе, да. Но сколько уже их перевозил, и ни одна, не даже просто, даже там, ну, как бы, не заговорила. Не то, что там, типа, какое-то там знакомство. Не, ну, сейчас девушка такая классная была вообще. 80 гривен стоила, ну, поездка, она 100 гривен дала, я сдачу начала сканировать, не надо. Офигеть, и такая симпатичная, и на лицо, и фигурка, супер, и улыбается так, ну, блин, ну, класс. Человек хороший, он во всем хороший. Так, ладно, надо остановиться, постоять, принять заказик новый. Вот я так отвлекся на разговорчики.
Поэтому, короче, я теперь стал разборчивый, смотрю, кого беру, кого везу, стараюсь выглядеться. Но вот это у меня проблема, честно. Но очки я не могу. У меня очки, они... Я так вижу хорошо, но я не вижу... Я не знаю, как это называется. Дальнозоркость. Потому что я не вижу вот... Вот у меня сейчас мобилка передо мной, и мне... Я очень плохо вижу... Надо пщуриться. Понимаете, да? Вот это моя проблема. Я не могу читать, не успеваю я читать... Ну, если бы было зрение отличное, я бы успевал все прочитывать, там, куда, какая улица. А так, получается, бывают какие-то... Могу ошибок наделать всякие, куда-то заехать не туда. Ну, вот так. Ну, ладненько, не буду нудить дальше вам. А то и так я знаю, что многие говорят, нудно, скучно. В общем, еще работаем. Работаем. Валера. 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 Я тоже Валера. Я тоже Валера. Я тоже Валера. Да я ж не Валера. И я ж не Валера. Валера, Валера. Валера, Валера. Офигеть. Валера написала свое имя. Че? Да не, ничего, я угораю.